зовут Анна Горбань. Я режиссер-организатор. Я безумно люблю свою работу, именно поэтому даже в свой день рождения я решила поработать. Анна Горбань – режиссер масштабных событий, праздников, фестивалей, церемоний и шоу-программ. Отзывчивый человек, прекрасная жена и мама. Анечка, я хочу тебя поздравить, пожелать тебе, чтобы ты всегда оставалась такой же нежной, такой же энергичной, подарила всем заряд твоей сумасшедшей энергии, которая есть только у тебя. Елена Иванова, бизнес-леди, владелица имидж-студии, организатор показов, автор известных фэшн-проектов. Очень долго думала, что тебе подарить на этот день рождения. И мне захотелось, у меня появилась такая идея. Я очень хочу подарить тебе эмоции, абсолютно новые для тебя. И хочу, чтобы ты почувствовала себя по другую сторону камеры, в другую сторону праздника. Я придумала такой проект, рабочее его название – это «30 ступеней к идеалу». Я хочу, чтобы ты получила совершенно новые эмоции. То есть мы будем работать над твоим образом в течение 30 дней. И в конце этого пути мы получим совершенно иную Аню, роскошной, великолепной женщины. Спасибо огромное. Я сейчас растеряна немножко. То есть вот прям все. Прям вот все. Я познакомлю тебя со всеми специалистами своего салона. И мы распишем программу, по которой ты пойдешь. Инна Бубенец. Врач-косметолог-дерматолог. Ольга Родинская. Косметолог-эстетист. Наталья и Елена Даниловы. Массажисты-эстетисты, специалисты по коррекции фигуры. Александра Митрясова. Мейкап-артист, специалист перманентного макияжа. Яна Демушкина, технолог-стилист Nail Studio. Оксана Рябухина, специалист спа-маникюра и педикюра. Наталья Волкова, парикмахер-стилист, технолог-колорист. Инга Русакова и Любовь Круцких, парикмахеры-стилисты международного класса. Анастасия Яковлева, парикмахер-стилист. Денис Шорников, стилист, колорист, арт-директор компании. Мне нравится эта идея. Мне очень нравится. Очень хочется почувствовать себя там, хоть на какой-то момент той красавицей внешней, потому что я думаю, что внутренняя очень добрая, как бы позитивная, и я очень ответственный человек. Мне вся моя семья говорит, Аня, не надо работать. А я понимаю, что я не могу не работать. То есть это вторая часть моей жизни, без которой я понимаю, что вообще нету смысла. Да, я занимаюсь вот ребенком работой, а все остальное, во всем остальном крест. Может быть, у меня появятся новые какие-то силы. Потому что на сегодняшний день вот эти силы уже, ресурсы жизненные, они как-то вот настолько заканчиваются. После процедуры нельзя около 2 часов ложиться, особенно лицом вниз. И сегодня нельзя принимать алкоголь. Это вот две вещи мои любимые. Выпить и лечь лицом вниз. Я не могу себе в этом отказать. Может, мне придется. Ради сегодняшней процедуры я себе изменю. Золушки живут не только в сказках. Мне вся моя семья говорит, Аня, не надо работать. А я понимаю, что не могу не работать. И в реальной жизни с ними происходят настоящие чудеса. То есть вот прям все. Прям вот все. Только времени на это уходит чуть больше. Зато эффект не заканчивается в 12. Я здесь надолго, поэтому... А в остальном все как в сказке. Она просто рождена для этого проекта. Этим летом на 31-м канале смотри «Историю реального преображения». «Я совершенство» или «30 шагов к идеалу». Сделайте красивое,